скажете, когда? Мы все здесь собрались, клайпичане, которым надоела вонь, которая распространяется по всему нашему городу. Мы не можем жить, мы не можем дышать. Наши дети уже болеют от этой вони. И вот эти все люди, которые здесь собрались, которые подписывают эту петицию, они обращаются к нашему самоуправлению и к тем фирмам, которые нас убивают. Хватит нас убивать. Мы хотим дышать, мы хотим жить, мы хотим быть здоровыми возле нашего моря. Спасибо большое.